Узбекистан намерен искать компромиссы в решении сложных вопросов региональной политики. Интервью Шавката Мирзиёева опубликовало агентство «Казинформ». Напомню, президент соседней с Казахстаном страны посетит Астану с государственным визитом 22 марта. Стоит отметить, что свое первое турне в должности главы государства Мирзиёев начал с Туркменистана. Казахстан – вторая страна в графике лидера Узбекистана. В интервью казахстанскому СМИ Шавкат Мирзиёев перечислил ключевые, на его взгляд, вопросы. Проблемы делимитации и демаркации государственных границ, транспортных коммуникаций, экологии, рационального и справедливого использования водных ресурсов. Наши позиции по многим вопросам международной и региональной политики совпадают. Узбекистан и Казахстан чувствуют свою ответственность за состояние дел в нашем обширном регионе в целом, за укрепление здесь мира и безопасности. Мы знаем, что народы наших государств многого ждут от этой встречи, и я верю, что эти ожидания оправдаются. В рамках визита Шавката Мирзиёева запланирован большой бизнес-форум в Астане. Сейчас в Узбекистане работают почти 230 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане зарегистрировано 130 компаний, владельцы которых – граждане соседней страны. Казахстан входит в число важнейших экономических партнеров Узбекистана. В прошлом году объем товарооборота между странами превысил 1,5 миллиарда долларов США. Планируется, что уже через 3 года эта сумма вырастет до 5 миллиардов долларов. Напомню, ранее между Ташкентом и Астаной была достигнута договоренность о производстве узбекских автомобилей на территории Казахстана. Ожидается, что уже в этом году с конвейера завода сойдет несколько тысяч машин марки «Равон» или «Део». Ранее представители узбекской стороны заявляли, что рассчитывают на создание наиболее благоприятных условий со стороны казахстанских партнеров.